Гефест, я просто хотела сказать, так жаль, что Тифон лишил тебя твоих автоматонов. Мы все много потеряли. Они всегда дарили тебе куда больше счастья, чем я. Заставить Зевса нас поженить было не слишком умно. Рада, что ты понимаешь, пора отпустить прошлое. Я тебя люблю. Я не смирюсь. Любовь — вещь взаимная. Если б ты вправду любил меня, ты бы понял. Подошла к статуе Кедалиона, помощника Гефеста. Кого, кто избавил Ориона от слепоты? Может, он вылечит мне ноготь? Он не лекарь, лишь направил Ориона на восток, где ему помог Гелиос. Huh?
Да тут как-то суховато. Я метнул сюда десяток молний и забыл. Землю опалил сам Гефест, как в тот раз, когда защищал Ахилла от Скамандра.
Феникс тебе вернула всю память или только часть? Всю. Кто вообще всю? Да всю. Начнем сначала, а то бывает встанешь не с той ноги. Это шутка? Конечно, над хромым богом всегда все смеются. Ты никогда не умел извиняться. Меня всегда несет куда-то не туда. Правда? Что еще скажешь про ноги и скорость? Хуже всего то, что я хотел процитировать Зенона. А? Лучше путешествовать ногами, чем языком. Не смешно, но хотя бы в тему. Но если ты скажешь, что твердо стоишь на ногах, с меня точно хватит.
глубине разлома затаился мерзкий предатель. Пронт. Помощник Гефеста? Тот, что ковал мои молнии? Мы встретились на пирушке, и он с меня глаза не спускал. Шутка неуютна. Приходите пораньше. Ты не дашь мне создать атмосферу, да? Циклопы, был же анекдот про одноглазых. Тебе не кажется, что воинская доблесть стоит похвал? Она не воин. Ha!
Феникс нашла Стеропа, некогда хранителя автоматонов, ныне вынужденного служить Тифону. Каиду, Стероп! Никогда он мне не нравился. Ну да, он ведь лишь создал твои молнии. Но паршиво. Хвалить его не за что. Yeah.
что-то есть! Это подсказка! Где же ты, Гермес? Покажись! Или она теперь будет сражаться вместо тебя? Что ж, пусть так. У святилища великого воина тебе придется сделать выбор. Не оплошай. Ну а сокровище лучше сразу забыть. Тут ключ. Фосфор! Хорошо, что ты цел. Он говорит, ты дала Грифону сбежать. Что, как мне кажется, хорошо. Если ты думаешь, что лететь по небу в когтях Грифона здорово, уж поверь мне, это не так. К тому же, у меня аллергия на кошек. Что ж, значит, в другой раз. Век живи, век учись. О, в точку. Говорит, ты лишь жалкое подобие воина. Как у вас дела с этой птичкой? Так, потихоньку. Ром не сразу строился. Ром? Дом наших соседей. У них рождались сыновья, сосед пристраивал комнаты, а потом все дети умерли от чумы, и там теперь таверна Ром. В честь старшего сына, Ромула. Ты же отвел его к Харону? Хотел, да не вышло. У него не было монет, и Цербер его съел. Ром-ром-ром, и все. Зря я.
Надежды нет, но очень скоро Феникс это исправит.
Итак, надежда вернулась вновь. Я лишь хотел защитить оставшуюся искру надежды. Ее нельзя было доверить Гефесту, а смертным тем более. Но взгляни на них теперь. Твой сын ведь гораздо сильнее, чем ты полагал. Как и Феникс. Каждое гнетущее воспоминание. Гермес, Зевс был к тебе столь же жесток. Как ты выдержал? Да, Киликс с надписью «Самый лучший папа» не для него. Знаешь, я принимаю свою боль. И если она сокрушит меня, пусть. Я буду плакать, стенать и тонуть в ней. Нет, Гефест. Я огрызаюсь на тех, кто принимает чужие чувства как есть. Попробуй сам. Хочешь потратить немного электрона? Вернулась. С надеждой. Для всего мира. Но одному богу ты дала куда больше. Я сомневался в себе. Все сомневались, но это лишь придавало мне сил. Сомневаясь, я стал величайшим из творцов, что когда-либо погружали металл в пламя, так как требовал от себя все больше и больше. Благодаря тебе я вспомнил это и начал чуть больше гордиться собой. Все лучше, чем художничать, да? Обещаю помочь тебе восстановить этот мир. А ты, как все закончится, помоги мне избавиться от художеств. До тебя у меня давно не было друзей. Теперь появятся. Спасибо, Феникс. Пусть твой путь освещают огни тысячи горнов, дружище. Пусть твой путь освещают огни тысячи горнов. У меня всегда есть что предложить. Афродита сказала, ты охотилась, чтобы добыть ей плащ. Знаешь, у нас ведь уже есть богиня охоты. Теперь нас двое. Артемида смирится. А ты так же самолюбива, как я. Тебе идет. Как ее плащ? Нет, не искушай судьбу.
Значит, вы с Аресом... О, да. Больно думать, что Тифон превратил такого бога в петуха. Ночами он подчивал меня рассказами о войнах. Наши сердца бились как одно. Он тоже любит рассказывать? Нет, больше действовать любит. Подчивал меня, подчивал. А когда думал, что совсем иссяк, я заставляла сделать это снова. Ясно. И снова. Мы поняли. Ну как, тебе здесь нравится? Как сказать? Сыро тут, если честно. Не хочу жаловаться, но, наверное, здесь следовало бы построить больше стен. Думаешь над тем, как сразить Тифона? О, да. Но сначала нам нужно сделать кое-что еще. Во время битвы с Тифоном я думала, что знаю, как его остановить. Но не успела я напасть, как на меня налетела гарпия Азамена. Пока я с ней сражалась, Тифон превратил меня в ребенка. И Азамена унесла меня оттуда в своих мерзких когтях. Я смогла спастись, но она еще жива и свободна. Она тебя больше не тронет. Я найду ее и убью. Правда? Вот так просто? Конечно. Я ведь твоя защитница. Нет, не совсем. Ты ведь не прошла путь до конца. Мне, правда, говорят, что я зануда, но... Ладно, будешь защитницей. Ну, как я? Божественно. Иди. На подвиги всякие. Я знаю, ты сможешь. А что, если мне этого мало? Может, я хочу быть лучшей защитницей? Лучшей? Тогда тебе нужно превзойти Геракла, Одиссея, Аталанту и Ахилла. Но никто этого не смог. Я весьма требовательна. А если все же превзойду? Скажи, на твоей родине есть статуи в твою честь? Статуи? Нет, увы. Что ж, если при каком-то невероятном, почти невозможном стечении обстоятельств ты меня поразишь, будет. Тебе стоит взглянуть на мою статую. У ее основания есть нечто, что тебя вдохновит.
ветер вдруг стал холоднее. Я замена, ужас островов, бич небес. Похитительница Ники устремилась вниз.
замена. Ника вздохнула с облегчением, но Феникс об этом не знала. Рада видеть тебя снова, Гефест. Я скучала по тебе. Да, правда. Хоть раньше и не говорила, ты верный друг. Помнишь Троянскую войну? Разве ее забудешь? То есть, я забыл, но память уже вернулась ко мне. Ты сразился со Скамандром. Я опалил своим пламенем землю, осушил воды и обратил всех вокруг в бегство. Ну, тех из них, кто не погиб в огне. До сих пор порой слышу их крики. Да, а я чую запах паленой плоти. Славные времена. Да, славные. Хочешь что-то купить? Феникс, милая, похоже, ты наконец встретилась с моим мужем, Гефестом. Не говори ему, но мне нравится его новый облик. Был богом греков, стал богом гиков. В духе промышленной революции. Промышленная что? Через пару тысяч лет. Это будет всюду и затронет весь мир. И тебе место найдется.
Через пару тысяч лет меня уже в живых не будет. Думаю, теперь мы сможем рассчитывать на Афину. Как здорово! Я уж забываю, кто из нас во что был превращен. Помню, я уговаривала ее остаться в тени моих ветвей. Ее лицу загар совсем не подходит. Никто не хочет быть в твоей тени. Хватит. Вот Феникс точно будет в моей тени с ее-то прической. Что? Я говорю, Гермес точно будет в моей тени с его-то прической. А это обувь. Я видела, как вы с Аресом что-то делали с сосудом. Но что? Расскажи мне. О, ничего особенного. Подойди ближе, Феникс. Тебе нравится мой голос, да? Ты хочешь рассказать мне, что затеял Арес? Что ж, если ты не скажешь Аресу, он... Нет, стой! Я был тем вепрем! Это я тогда убил Адониса! О, как ты мог! Мое сердце разбито на тысячи осколков! Я не смог сдержаться, увидев тебя с другим! И сошел с ума! Совершенно потерял рассудок! А когда очнулся, всюду была кровь! Ты отнял у меня любимого! И сделал это из любви ко мне! Ненавижу! О, ненавидь меня! Опали гневом! Да я тебе ночью все кости пересчитаю. Уф, пронесло. Узная она про пояс, никогда бы не простила. Не понимаю страсти Гефеста ко всяким побрякушкам. Я могла встать прямо перед ним и остаться без внимания. Он все думал, каким сделает ларец Пандоры, и другого ларца просто не видел. Феникс, ты меня не слушаешь? Что стряслось? Не знаю. Я освободила Надежду, но не чувствую себя героем. Меня будто ведет вперед некая сторонняя сила. Такое чувство, будто кто-то в далеком будущем управляет всеми нами. Знаешь, Гермес, потому-то с тобой так трудно говорить. Тебе все время что-то мерещится. Может, вы с Гефестом лучше сосредоточитесь на настоящем? Жаль, только они не настоящие. Вы безнадежны. У меня всегда есть что предложить. Мудрая Афина, я убила Азамену. Благодарю, Феникс. Если бы не Азамена, я бы спасла мир от Тифона. Я кое-чему научилась у героев, которых повстречала. Если все пошло не так, придумай новый план. Вот и займемся этим. Прими этот доспех в знак моей благодарности. Он пригодится, если ты снова встретишься с горгонами. Спасибо.
с четырьмя эмблемами павших Феникс смогла войти в загадочную дверь. Гробница героев Феникс ощутила присутствие великих смертных воинов, призванных на Золотой остров, чтобы дать бой Тифону. Кучка отступников! Ахилл, самый героический из всех героев, из-за своей гордыни стал для Тифона легкой добычей. Видеть не могу этого предателя! Нет! Стой! Взгляну еще разок. Аталанта, ненасытная охотница, сильная и умом, и телом, тоже сбилась с пути, и эта ошибка оказалась для нее роковой. Остались только двое. Геракл, божественное воплощение мужественности и силы, и Одиссей, царь, уму которого не было равных. Они бились до конца, но Тифон перехитрил Геракла. И Одиссей, обезумев из-за своего бессилия перед Тифоном, тоже пал. И томиться бы им во власти Тифона, но Феникс освободила их, удивив всех нас. Ну-ну. Феникс восходила к таинственному залу, в котором герои касаются вечности. Для того, кто жаждет освободиться, ты слишком любишь пространные описания. Пустой пьедестал? Достойны героев. Даже не верится. Я постараюсь быть достойной этого. Thank you.
Произнеся вслух дорогое мне имя. Твой сын. Икар! О, нет! Сокровище! Видишь ли, он ждет удара плетью за то, что тебя подвел. Кто бы мог подумать? Что? Нет! Нельзя никого бить за совершенные ошибки. Живи, учись и становись лучше. Но я оплошал! Ну, бывает. Я все равно тебя люблю, Фосфор. А, фу.
Вот оно! Сокровище! Что-что? Сокровище? Ха! Мы это сделали! Я и Фосфор! Мы оба молодцы! Забираем и уходим! Спасибо за помощь. Это честь сражаться бок о бок с тобой. Это ловушка! Бежим! Мой огненный птенец! Что ты наделал? У нас был план. Я ударил тебя молнией, чтоб ты воспользовался их добротой, их слабостью, и привел ко мне крылатого вора. Но ты им помогаешь? С меня хватит. Пропадите же пропадом, вы оба! Вообще-то сперва Фосфик нас чуть не погубил. И все же он сумел поступить правильно. Не, сбежав, ты отказался от сокровищ. Так что все мое. О, ваше представление о чести устарели. Ну и скука, я ухожу. Вот фосфор. Возьми зерно. Ты вернул свой долг. Можешь лететь. Ты хочешь остаться со мной? Вперед! Заранее прошу прощения за непрошенное сочувствие, опеку, неряшливость и привычку много и долго рассказывать. Нет уж, сказанного не воротишь. Ты со мной.